Друзья, очень круто, что смертельно травмированное животное было перевезено за 300 километров, прооперировано, стабилизировано. Я думаю, что все будет хорошо, еще предстоят две операции. Огромное спасибо всем тем людям, которые помогают и делают возможным такое серьезное спасение. И я рад, что в нашем злом, ограниченном, нецивилизованном обществе возможны такие ситуации.